На свете много островов, больших и маленьких. Одни из них знают все, ну или почти все, другие затерялись на нашем огромном земном шаре. Одни полны кладов и сокровищ, а другие совсем наоборот. Но на одном острове побывал каждый из нас. Это остров детства. Именно так мы называем нашу городскую детскую библиотеку имени Евгения Степановича Коковина, первую модельную библиотеку города Архангельска. Библиотека располагается на набережной Северной Двины, откуда открываются прекрасные виды на остров Соломбала, мост, рукав Кузнечиху и невероятно яркие летние северные закаты и зимние сполохи. Рядом с библиотекой располагается литературный сквер имени Евгения Степановича Коковина, где на всех парусах летят цитаты из его произведений. А главная книга писателя, повесть «Детство в Соломбале», прославила наш родной Архангельск не только на всю страну, но и за рубежом. В библиотеку дети приходят в начале сознательной жизни, окрыленные, с горящими глазами, им все интересно. Они жаждут открытий, тянутся к необычному, увлекательному, чудесному. Поэтому в детской библиотеке все должно быть притягательное. Новые яркие книги, яркий дизайн, удобная современная мебель, уникальная атмосфера открытий и познания. Добрые и профессиональные библиотекари. Наша библиотека – это пространство бережного отношения к ребенку. По островам нашего детского архипелага можно смело путешествовать, совершать большие и маленькие открытия, переживать невероятные приключения на Читай-острове, Арктическом острове, Арт-острове, острове знаний и открытий, Эко-острове и Музейном острове. Наша цель – задать детям направление, указать путь, который поможет им постичь мир и самих себя. Путь к ясной мысли и сердцу, щедрому сердцу, которое будет согревать и отдавать тепло. Мы очень хотим, чтобы с нашего небольшого библиотечного острова детства в большой мир шагнули думающие и творческие.